Всех приветствую на канале «Разносторонние интересы». Продолжаем рыбачить. Это уже у нас третья серия. Снимаю по полчаса, по 30 минут. Так что ссылка будет в описании под видео на предыдущие серии и на последующие тоже. Переплыл я после того, как зацепились немного глубже залив этот. Будем пробивать в ту сторону и по яме. Зацеп у нас там был, отцепились мы, проплыв буквально обратно 50 метров. Перед этим мы словили штучку небольшую во второй серии, такую вот, грамм где-то 600. Посадил я его в воду, куханами не пользуюсь, неудобно, когда за бортом болтается что-то, особенно когда хорошую рыбу ловишь. Бывает, спутывается и может сойти. Так, будем снимать дальше процесс наш рыбалки. Всем удачного просмотра. Вернее, приятного просмотра. Так, упала на дно приманка. Пробью эту часть залива. Может повезет. Побросаем на резину на белую. Так как последние две рыбалки на эту резину попадались экземпляры неплохие, около 2 кг. Так что она работает. Попытаемся на нее словить еще что-нибудь. Сегодня уже словили на нее штучку. Здесь, где мелко, будем на медленную проводку ловить. А где поглубже, будем ступеньками пробивать. Подошла вон птушка, за песчаным барханом видно. Значит, скоро пойдет дождь. Конечно, неохота опять намокнуть. После первого уже просохла куртка немного с жилетом. Забросим к тому берегу. Вон наш аист, собираю все, что-то ходит по траве в воде. Добывающие на пропитание. По колобахе тишина, покуда там видно. На месте стоит.
слышно, ремонтирует мост. Летел бусел наш. Не знаю, попал он кадр, не попал. Буквально в 10 метрах от нас. Так. Бросаем в обратную сторону. Поставлю, а воблерок ловит сейчас. Пройдем на веслах туда, в угол самый залива. Протащим воблерка. И прогуляемся на барханы, посмотрим, что там делается. Покажу вам пейзажи разрытой дороги, раскопанной.
Калабахе, покуда тишина там. Забрасываем нашего воблерка, поплывем. Вид на мост, это дорога к мосту, вернее, возвышенная. Выбираемся на берег. Пойдем прогуляемся на мост этот сейчас, на дорогу. Заброшу я удочку. Пускай стоит. Деревянную. То есть здесь окошечко такое. Немного закормим комбикормом. Это комбикорм для свиней. И с содержанием мелассы. Так что рыбу, думаю, приманит. И третью жменьку дай. Раньше тут красноперки много было. И так плотвы
Ну, последние годы мало стало сильно. Ловить будем на червя. Да ёлки-палки, вот зацепил червяка нашего. Опа. Забросила удочку. О, что-то уже поклевать сразу стало. Ну, пойдем прогуляемся на дорогу, покуда хай рыба набежит. Раньше сюда машиной можно было заехать, а сейчас только заплыть и пешком пройти. Кто-то тапки погубил. Здесь разобрана дорога. Заберемся сейчас на асфальт. Цветочки. Асфальтовые плиты. Довольно такое вот покрытие было асфальта. Видно, три слои лежал. О, забрались на дорогу. Вот залив сверху, где мы рыбачим. Вон видно лодка наша, там удочка, там колобаха стоит. Пейзаж такой сверху. Видно вон дамбы старый кусок. Это все работа земснарада. Намыли. Вот, заберемся повыше еще, на самый-самый верх обрыва. Во. Это намыто песчаная дюна, внутри так выемкой, по краям борт. Вот такой большой. Видать, куда-то песок берут туда на работы. Это то, что забрали кусок всего. Вот такие виды сверху. Вон объездная дорога поехала. Да, так, старой дамбой. Туда. На свете, когда там паром стоит. Чтоб туда подбасить, надо мотор убрать. Неохота сюда деревянную лодку тащить. А вот самая. Этой серии немного прогуляем все-таки к мосту самому.
Да, поставили знак. Охотничье хозяйство. Туровщина, Лосиный остров. Зона ведения охотничьего хозяйства, преимущественно на мелкую дичь. Телефон. Охота без путевок запрещена. Раньше и рыбалка была с путевками. Это в сторону Турова. Но сейчас сделали только промысловую рыбалку, а любительская бесплатная. А по эту сторону, где я рыбачу, ляскаете, и любительская рыбалка платная, и промысловую проводят, потому и рыбы нету. Выловили всю, а потом мы путевки берем. Ну, для местных на сезон, это на полгода 30 рублей, так что недорого можно брать. Такое озеро неплохое, вон видно, в кустах. На нем рыбы много. Можно через кусты прогуляться, покидать, попробовать. В принципе, если перетащить лодку, наша лодка вон стоит, перетащить до сюда, заплыть, можно было бы неплохо и рыбу словить в таком затишке. Сюда особо не добираться сейчас. Скорее всего, что мы сегодня сюда и зайдем. Все лишнее с лодки я выкину там на берегу. Возьмем ее на плечо. Не коребят, ничего. Да по этих вот кустиках. Побросаем вертушку. Должен быть и штука. Такая неплохая озерина. Вон видно утка. Одна озерина, а то вторая. Но если не связаны они, перебраться куда нам надо. Посмотрим, что тут в Найроби. Строительный мусор. Так. Ну, озерины такие две. Хорошие, но не связаны между собой. Ничего. Если сюда зайдем, то там можно будет перетащить лодку, да, побачим. В том году там говорили, ловилось неплохо. Дальше не пойдем, тут уже загородили все. Проход, проезд закрытый. О. Проход полностью закрыт. И загоражены. И ступеньки вниз приличные. Здесь спуск сделали. Там бы. Хорошо было бы, чтобы эти дороги показали. Пойдем рыбачить. Видно дамба. Ну, там вдали. Это тишина. Ходят. Спуститься.
спускаться не буду. Потом по дамбе карабкаться назад. Пойдем рыбу ловить. На мосту побыли. Посмотрели, что тут робится. Проводит работы. Пойдем. Плохо, что закрыли тут. Так, мы погулялись по мосту, полетели дальше, к самому краю. Смотрим, что с этой стороны робится. Эпа! Во! На этой стороне у нас. Хорошо, пойдем к машине. Машине, говорю, пойдем к лодке. Сейчас спустимся на низ, по низу пройдем. Вот с этой стороны хорошо видно участок. Там работают, понавезли всего. Уже, может, пролеты подвезли. Забитые сваи видно. Или что-то там. Конечно, интересно было подойти, ну, далековато туда. С дамбы спускаться. Что они там делают? Это я участки целые, а там пролет демонтировали. Ладно, пойдем к лодке. Заодно глянем, что тут за зарох таки, заливчик. Опа, куда я тут подойти? По траве не пойду. Штаны мокрые будут. О, катакомбы. О, рыбка пошла, кажется, или жаба. Лягушка все-таки, наверное. Ну-ка, что тут у нас? С берега, конечно, не порыбачишь ты. Без костюма. Не видно, чтобы рыба играла. Наверное, тут не будет ничего. Ладно, на этом будем эту серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем дальше снимать. Всем удачи, до свидания.